котята вытворяют. Опа, кому на нас мотоцикл смотреть. Камеру включил. Давно я уже не искал ничего. Здесь, деньги. Деньги? Нет, это ржавая какая-то. Толка. Чего там? Камушка. Камушки в этом. А вот она, видишь, железячка. Ближе, да. Где-то тут. А, вот. Вот сюда. Видишь, что там? Деньга. Это не деньга. Я думал, уже что-то это. Интересно. Вот, шайбочка, видишь, какая. О. Алюминиевая. На, держи. Тебе? О, Иришка ходит. А это с мамой? Что ты? А что такое? Я не знаю. Ну, тетя у меня вкусит. Смотри, спрятался под кустиками. Иди здесь, спрятался. Смотрите, как ее в ямку. И меня нету. И его не видно. Деревья у нас сидят. Вот уже начинается распускаться. Здесь, там, везде. Тут тоже вон листья кидает. Так, надо тут пополоть немножко. Вот так. Сюда так положим. А вот здесь под вишней что-то нашел какую-то. Что-то не понял. Да. 5 копеек, что ли? Это современные. Современные. Кто-то потерял. А, 50 копеек. Да. Это современные. Их, Матвей, давай помоем. Посыгрызем. Еще которые делали не железными. Еще, может, что-нибудь найдем, да? Там вот такой лес у нас у бабушки был. И там у нас шалашик был. И там мы две вот таких тоже современных копейки нашли. Вот так они и лежали. Ладно, наверное, будем заканчивать с поисками, потому что надо дальше работать. Вот, скопаю одну грядку под морковку. Вася там еще копает дальше. У меня полный пакет семян. Земля копается тяжело. Она местами где-то хорошо идет, а где-то плохо. Сегодня надо спахать весь огород. Что там? 3 семечки? В пакетике? Нет? Нормально? Вот. О, нифига. Это что, морковка? Морковка, но. Да, тут хватит на всю грядку, наверное. И как там? На все поле хватит морковки-то в одном пакете. Не, просто такие у нас вот это. Я вот маленькие постоянно пакетики покупал. А тут такие вот гигантские пакеты и морковки полпакета. Вот столько вот морковки. Вот полпакета. Нормально. Типа. От яиц что-то надо отрезать в эту ячейки. Там дырочку проделывать, воду как-то. Ну как-то вот так. И туда семечки засыпаешь. Знаешь, каждый год так сажу, и каждый год хорошая у меня морковка. Не надо говорить. А, давай я буду хейтером. Кто так сажает, а тут целая плантация. Тут куст целой морковки вырастет. Надо пореже, по семечке, по одной садить. Еще один сейчас тут нашелся. Чтобы ты правильно посадила, чтобы урожай был хороший. Ты что? У меня каждый год урожай хороший. Тут сколько ее вылезет-то? Отстань, а! Сейчас совсем сам будешь садить все.
Ого, грядки какие! Посади ей морковку. Сейчас вон там я разровняю грядку и буду дальше садить. Такая у нас грядка морковки получилась. Это вот такая земля, как после ей. Да. А если песок был, пусть бы было. Копаешь, так вот земля прилипает к лопате. Решили попробовать маленький эксперимент сделать. Сейчас все очищу, посмотрим, что получится. Получится, нет. Но так, что-то мысль в голову ваш. А то может еще сильнее будет прилипать. Мысль в голову вошла. Пришла. Вон здесь тоже. Потом ее тяжело поднимать и. Она тяжелая. Так она еще и копается, плохо входит в землю. А здесь еще не почистил. Все чистил. Опять прилипло, видишь? Земля притягивается к лопате. Ай, вода, не скребли! На зубы. Вот у нас есть подсолнечное масло, просроченное. Ну оно, то есть, не просроченное и плохое. Оно вонючее. Мы будем делать так. И жарить картошку на лопате. Почему сейчас кокушки принесем? Кокушки. Костер заведем и пожарим на лопате. Да, папа. Лопата это сковорода. С ума сошли совсем уже. Как древности. В древности рыбу жарили на палках. Да, мама? Угу. Вот такие палки, и там еще костер. И вот так палка. Как буква П. Корова на нас смотрит. Угу. Скажи, что вы творите здесь. О. Сейчас попробуем копать. Как будто она новенькая. Будет. Но будет прилипать, не будет. Все равно выбрасывать это масло. Для пользы дела. Посмотрим. Или наоборот начнет сильно прилипать. О, вошла вообще хорошо. Как по маслу, так сказать. Хрен его знает. Но что-то прилипло все равно. Вот так-то смотри, как входит. Ага. Угу. Да не так сильно прилипает, как прилипало. Вот, смотри, опыт как провелся. Ну вот опыт сейчас хороший. Еще пока рано будет делать выводы. Ну вот входит-то, смотри, как хорошо. Угу. А? Ну то, что почистил, конечно. Она все равно скользит, земля. Так, корни убирать. И вот еще корни. Убирай. Так-то вроде работает. Смотри, да? Угу. Сейчас вот до конца дойду, посмотрим. Лучше. Немного. Вода кончилась. Масло закончилось. Начало прилипать. Угу. Короче. Способ, вон муравьи, вон муравьи. Способ действует, но на короткое время. Все. Вот посади ее уже две грядки. Сейчас вот эту большую будем садить. Откуда эти муравьи да? взялись? До конца, ага. Да, не может не до конца. Может это хватит? Рой. Хватит? Хватит. Сегодня спина отвалится. Угу. Какая красота тут. Скоро будем вишню кушать, черешню. Не скоро, конечно, месяца через два, да, наверное.
Че, пахнет? Пахнет. Понюхайте. А, какой аромат.